30 тысяч рублей, насколько я помню, за развод. Да нет, они просто не могут видеть, они не могут содержать аппарат вот этот вот раздувшийся. ЗАГСы эти все, паспортные эти тетки, вот эти все. Опять же менты, опять же армия. Они не понимают, где брать денег, потому что свои они отдать не хотят. То есть как свои? Понятно, да, что есть, ну, нефть, она как бы нам принадлежит всем, вам, мне. Но мы на нее не претендуем, потому что, ну, у меня хватает мозгов понять, что ее кто-то добывает и вкладывается. Не дайте мне нефть в ведро, это моя. Не, она не моя. Ну, но она и не их. Вот в чем юмор. Как бы. Они почему-то поняли, что она их, и вот сейчас и оттуда как бы не трогают. Вот пытаются с нас взять, чтобы мы же и не разводились. Значит, естественно, эта мера никакого отношения не имеет к сути формулировки. Ну, значит, люди не будут жениться, вот и все. Понимая, что они не смогут разводиться, им придется заплатить 30 тысяч. 30 тысяч для многих – это очень много. Сократится свадебный кортеж.